Блять, стал прям в траектории, сука. Вот поэтому и ход. Воткнулся, да? Ну да. Жгутик? Да, нет. Сука. На пустом ползу. Жалко, новая покрышка, бля. Фиксаторы стоят? Этот, тюблик. Просто моментально, бля. Хотя подвесочка, бля, топчик. Мотодом. Мотодом. Реклама у вас, блядь, охуенно вы делаете. Всем любить. Ага. Вот. Ты цел? Не надо быть блогером. Ездить нихуя не умею. А то умею пиздоболить, да. Итог. Желание выкинуть вот это говно, видно, нету. Ебать, чем ты так зацепился, Алёша? Как ты так ботом? Ой, зря, ой, зря, ой, я сейчас пострадаю. Ой. Дружище, помоги, пожалуйста, я отсюда не вытяну сам. Если не тяжело. Лоханулся я, пиздец. О, все, спасибо большое. Извини, пожалуйста, что ударил. Да, дальше сам. Спасибо большое. Сучка, заглохни ты, но заебал он нахуй, блядь. А тут куда? Просто вниз. Ого. Бля, усталость, конечно, такая штука.
так скорее. Было. Что это было? Что это было, Алёш? Усталость, что ли, блядь? Какая нахуй усталость? Тебе еще полпути. Сука, шея. Ой, блядь. Голова двигается. Значит, целый. У меня больше вопросов. Как теперь ее вытянуть? Мне нужна помощь. Вот сюда. Да. Ебать, больно как. Да, я видел, как тебя свернуло, аж вот так вот. А, ну, потому что моя красотка мне сверху прилетела. Фу. Бля, страшненько. А как я так ошибся? Ногу мне это не достал до земли. О, блин. Короче, мне нужна помощь. Вот мне надо сюда. Давай. А, трос. Не, давай за трос. Тебе так будет чуть проще, чем за морду. Охренеть, блядь. Ой, бля. Если честно, страшно пиздец. Сам ссу. Главное, чтобы жена это... Руслан это вырежет, надеюсь, с видео. Чтобы жена этого не видела. Потому что жена меня убьет нахрен. Еще чуть-чуть и туда дальше. Блядь. Еще чуть-чуть, и мне вообще хана была бы. Меня бы точно отсюда вертолетиком забирали. Фу. А, очки. Да, подожди. Это веревочки, не могу, что толку-то от них? А? Не, имею в виду, да потерял вон, свои очки. Вон, типа удержат. Но они бесполезны оказались в этой ситуации. Подожди, надо переднее. Потяни, покрути переднее колесо. Стой, трос. Это писалось. Я жив, я цел, все норм. Едем дальше. Просто маленькая ошибка, а могло быть беды. Ебать. Вот, смотри. Ты туда кувыркнулся, мотишь, кажется, зацепился здесь. Охуй, он за тобой. Охренеть, я шлем раскирачил. Ну ты что? Лопнул, что ли? Не. Аэро хорошая шлема. Краска нахрен отщелкнулась, я так целый. Бля, он новый. Похер, буду в таком кататься. Ну, он тебе голову спас. Но он мне голову спас. Хорошо, что я китайский шлем продал. Потому что... Вот он мне так и спас. Поэтому мне не сломало, видишь? Он в броню уперся. Вот. Вот.